Опачки, Тарасище зашел. Тарасище, Тарасище нам принес. Что ты нам принес? Погнали, посмотрим. Во, вот такую шляпу. Вот такая штука, короче. И сейчас будем измерять температуру карт. Вот таким чудо-прибором. Это термометр. IR-термометр. Тарас, спасибо за термометр. Ссылочку на Тараса магазин. Всяких таких крутых товаров по очень низкой цене. Я это внизу там выставлю. Зайдите, поглядите, что у него есть. Короче, будем пробовать, что это за штука. Вот такая штука стоит сколько-то долларов. Хотя в гривнах, смотрите. О, ё-моё. А тут уже батарейки есть, интересно? Стоит. Как она включается? О, нажал на кнопочку, включилась. Показывает 21 градус. А ну... Какая? Сколько мое тело-то? Температура, ну. Ах ты, морда какая. 32 написано градуса. 32. Ну что-то маловато, походу, мало еще. А ну, компьютер сколько этот, ноутбук? 29. 28. Нет, короче, что-то он не так показывает. А мы его давайте вот так вот посмотрим с этой стороны. Смотрим, 55 градусов. Вот эта карта. 56 градусов. Вот эта карта. 66 градусов карта. А ну, материночка. Смотрите, там вот процессор, где. Сейчас мы стрельнем в процессор. Процессор 26 показывает. А вот этот мост. Я там положила. Ага. 41 показала. Сейчас оно что-то. 40. 34. Ну, короче, как-то так показывает. А ну, давайте на вот этот термометр. Что оно? Плохо. Видно плохо. Снимает плохо. Бля, зараза. Да что ж такое? А можно тут отключить свет? Не. 26 показывает. С этой стороны 27. Короче, а теперь перейдем мы с этим пультом. Идем, едем. Едем, едем, едем. К нам в другую. Борода, я иду к тебе. И пришла к тебе. Пришла к тебе эта штука. Ха-ха, стоять! А ну дай измерю твою температуру тела. 30 градусов, 29. Какая-то хрень. Какой-то хладнокровный. Хладнокровный ты какой-то. А теперь проверяем вот эти карты. 54. Нет, 60. Мониторы, клавишу. 50. 55. Еще раз стреляем. 53. Вот этот чип, да, видно. 62. 58, 60, 61 градус. А можно я вот эту ферму? 51, 60, 40. Ну а так, короче, такая прикольная штука, да? Которая проверяет градусы. Что ты там это? Стоять. Всем стоять. А ну на улице какая температура? Смотрим. 14 градусов, 12 показывает. Ну, какая хрень. 14. Короче, собственно, сколько? Вот эти карты. Оп, сейчас мы тут измерим. 62 градуса показывает это. 60, 55. Вот этот чип сколько? 56. А этот 60. Ну и теперь пойдемте посмотрим, сколько она показывает. Так, так, эту штуку выключили, этот гребаный пистолет. Так, и заходим теперь вот сюда и смотрим, кажется, Майнер 2 у нас. А ну, Майнер 2, да, это он. А, мы ж тут не посмотрим. Ну, посмотрим, давайте на другом. Я ж тут автобернер. Кстати, удалил автобернер, начало все работать. Походу, все равно Windows надо перебивать. И смотрим, 56. Ну, в принципе, как и тот показывал, 56.
там, грубо говоря, где-то так оно. Это одна карточка, а вторая карточка, сейчас мы зайдем, вот эта карточка, вот это, да, это 58. В принципе, все то же самое, как там показывают. Так что штука прикольная. Если кому надо, там переходите по ссылочке на его магазинчик и покупайте. Ну все, всем спасибо. Собственно, вот такая вот шняга, которую мы сегодня испытывали. Всем удачи, до новых встреч, пока.